Так, друзья, всем привет. Значит, вы на канале It's Game Time. Значит, продолжаем мы проходить Hellblade Senua's. Вот смотрите. Не мог я победить этого бога. Тут фишка такая, блин. Я посмотрел, тут вовремя надо включать сосредоточение. То есть ты вот когда сосредотачиваешься. Во! И вот когда его надо бить. А я просто его. Понятно, он мне, конечно, он. Вот так вот его ловить. Когда загораются руны. И тяжелый. И тяжелый. И все. И пошли дальше. Вот. И убили. И всего-то. И всего-то. А я мучился, друзья. Так что вот. Ничего сложного. Абсолютно. И я думаю, даже на сложном уровне можно было бы его. Так, вальнули мы, значит, бога огня этого. Потихоньку приближаемся к цели. За каждой победой следует новая, еще более тяжкая битва. И так будет до конца, пока не падешь. Блин, прикольно сделано. И в конце концов падет каждый. Даже время богов отмерено, но все-таки надо продолжать. Why? Почему? Я дала обещание, что чтобы сдержать его, я готова на все. Я умер свободным, зная, что ты понесешь мои истории с собой. Я выполнил свой долг. Да, выполнил. А теперь, когда тьма наступает, я клянусь вести тебя в этой жизни и в той, чтобы ты смогла выполнить свой долг. Тогда мы встретимся в Хеле. Будь готова смотреть страху в лицо, как это делал я, чтобы найти ответы на свои вопросы, свой путь, свою правду. Да, друзья, тут чем дальше, тут, ну, я не знаю, мы... Так, что-то нам погасший. Друд был измученным человеком. Ученый человек, превращенный в раба. Его истязали, брали с собой во время набегов, сводили его с ума и приносили таким путем новую тьму в новые миры. И в мой мир. Ага, вот новое такое тут. Ну, локации прикольные. Локации прикольные. Так, что нас ждет дальше? Что мы... Что нам нужно искать? Что нам нужно открывать? Звон такой, блин. Все. Так, новые локации. Но мы здесь были везде. Мы здесь везде были с вами. Так, его мы убили. А что у нас? Что-то должно открыться? Я вот что-то... Рука у нас гниет еще. Так, Сено, давай. Пойдем. Так. Вот, ну, может, с одной стороны, так и надо. Ну, нет карты. И как-то вот в этих локациях я вот путаюсь. Так, так, так.
Что у нас здесь? Так, я думал тотем. Нет. Не тотем. А вот тотем. Так. Что ты нам расскажешь? Северяне говорят, что защитника Муспели именуют Сурд, главенствующий над огненным великаном. Его имя означает черный, а зовут его так, потому что он похож на горящий уголь. Но мы тут были, это мы все видели и слышали. Так. Отправился в Асгард и Мидгард. Это мы с вами возвращаемся, я так понимаю. Так, вот это вот веревки. А что эти веревки? Так, так, так. Да, это мы идем обратно. Это мы идем обратно. Так, наверное, надо тоже с управлением. Я-то понимаю, как бы, куда что делаю резко. А вам-то смотреть, наверное, не больно приятно. Соответственно, надо стиками как-то вот помягче, чтобы вам было поприятнее, как игрофильм смотреть. Блин, ну прикольная игруха. От второй части, представляете, что будет вот... То есть это 17-й год. Игре 4 года. Плюс-минус там. Так, она у нас с той стороны, что ли, закрыта? Я что-то вот не пойму. Что будет? Ну да, она вот закрыта. Так, ну мы что-то опять вот на одном месте топчемся. Я... Так, мы его убили. Я ведь вот не помню. Тут мы вот эту букву R. Но это вообще мы далеко, что ли? О, блин. Что-то куда-то я уперся. Уперся. Очень, очень не туда. Так. Пишите свои комментарии, как вам такие игры вообще. Ну, то есть, смотреть, вот, я не знаю. Я, понятное дело, я... Так, вот, видимо, сюда. Так, тут вот этот вот... Так, ну мы открыли же, нам, получается, дверь-то нужна. Там показано было, там знак какой-то. Ну, надо туда, значит, идти. А чё я уперся тогда? И куда-то очень далеко ведь. О, блин, я заблудился, друзья. Реально. Это вот вход. Так, мы, значит, тут открываем руны. Подходим там к тотему. И у нас вот это вот открывается дверь, да? Тут мы, да, все правильно, я сейчас иду. Наверное. А, опять же. Но это не точно. Рагнарок, корабль мертвых. Так, да, все это мы проходили. Так, тут у нас открыли мы
А, нихера мы тут не открыли, она же тут у нас не залазит. Нет, блядь, не сюда. Вот путаница-то, а. Вот я уперся. Так, 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 ладно, сейчас будем искать. Так, вот сюда, да? Правильно, что ли? Да, вот тут мы бились. Так, подождите. Тут мы бились вот с этим, с богом огня, да? Здесь, получается. И у нас нам было была показана дверь. А, ну нам, получается, и надо обратно идти тогда, что ли? Так ведь? Что-то я не пойму. Дверь-то у нас там была. Нам, получается, надо прям обратно-обратно идти. Или же нет? Или тут? Вот что вот это за помост тут такой? Так, ну здесь он мне... Подождите, это я... Так, давайте на вышку залезем на эту. А что я? Я отсюда... какую-то руну, да, находил ведь. Блин, ну вот эти вот... Да-да-да-да-да. Мы думали, что это флаг, а потом мы открыли вот отсюда вот. Угу. Так, ладно. Ну чё, тогда пойдем обратно. Вот видите, друзья, вот... Казалось бы, ну вот, когда проходишь, вроде как элементарно, да, как вот с этим богом. Ну не знал я, у меня чисто боевка. Ну, как бы, дерусь я и дерусь. Какое сосредоточение надо, зачем оно нужно? Ну, я как бы думал. А нет. Оно не то, что нужно, оно необходимо. Необходимо сосредотачиваться. Так. Тут вот в какую же сторону тоже? Сюда, что ли? Блин, ну тут же дверь была открыта. А зачем я? Или не сюда? Так, вот это там руна была, на стене мы находили, да? Блин, ну я реально заблудился, друзья. Реально. Я уже... И еще, знаете, у меня вот такой вот... Ну, как сказать, нюанс. Так, здесь вот эта стена будет, да. А, по мне так сделали бы, да, вот игра от третьего лица. По мне так сделали бы... Блять, это вышка. Так, да куда идти-то? Я что-то не пойму. Там у нас... Во, блин, запутался-то, а? Все, оно уже не подсвечивается. Типа мы убили этого. Вот. Сено увидел глубинную связь северян с тьмой. Если его история о Хель были правдой, то это и есть источник тьмы. Она узнала от него все, что могла. И тогда стала видеть то же, что видел он. Вот куда нам? Туда идти? Это что? Это что за дверь? Вот эту дверь я не помню. А, не помню. Так, вот какое-то сохранение было. Угу. Голоса какие-то. Что за тотем? И вот, когда проходишь вот это вот, и кажется таким элементарным, а сначала, ну, вот как бы и невдомёк было. Так, ну что ты? Ты что-то же что-то значит, получается?
Ну давай мы с тобой взаимодействовать попробуем. Нет, ничего не взаимодействует. Так, ладно. Значит, пойдем дальше. Опять какая-то контрольная точка сейчас крутилась. Крутился значок, да? Идем. Северяне рассказывают такую историю. Прежде чем была создана Земля, был другой мир. Называется Муспель. Этот мир был на юге, потому там было так. Другие со звездами. Другие искры растопили лед из ледяного мира Нифльхейма. И так появился великий Эмир. Муспель – один из 9 миров. Теперь это страна огненных великанов. Никакие другие создания не могут жить там. Но это мы все читали, это же мы проходили. Мы же это проходили. У меня такое ощущение, на одном месте кручусь я. Ну, была контрольная точка, да? Куда-то мы пришли. Но мы же были здесь везде. Не знаю, давайте смотреть. Посмотрим, что-то. Там вот эти ворота, то есть, может быть, к ним надо обратно идти. Но почему тот тотем, вот сейчас он... Ну, правда, и взаимодействия с ним не было. А вообще с тотемом взаимодействия, да, сначала же как было? Ты разгадываешь какой-то секрет. Так, не сюда, да? Ага, кругами бегаю. Кругами. Блин. Вот, и от третьего лица вот было, сделали бы камеру подальше. Ну, по мне, так и проще ориентироваться. Но хотя... Не знаю, может быть, они... Как бы, чтобы лучше прочувствовалось все вот это вот... Вся атмосфера. Атмосфера, конечно... Так, ну тут мне ничего... Меня тут ничего не ждет. Стараюсь я. Резких движений стиком не делать. То есть вот обзор. Ну, чтобы вам поприятнее было, как бы. Смотреть на это все. Так, ну а чё? Это мы сейчас круг подсчета сделали. А как выйти-то отсюда? Я не знаю. Что вот это такое? А как вот сюда подняться нам? Что это? Что за врата такие? Ну мы сейчас вот спрыгнем. И то же самое... Соответственно, значит, нам надо идти вот сюда. Ну, то есть обратно, получается. Так, ну нам... Тут вот путь есть. Так, тут просто. Значит, тотем. Значит, нам нифига не сюда надо идти. Пошли обратно. Игра кружит. Вот такая вот она. Бродилка, ходилка. Психоприключение.
Так, это R. Этой R мы открыли вот эту дверь. Правильно же? Значит, нам нифига не обратно. Туда мы... Никуда он что-то не пускает нас. Контрольную точку мы где, блин, прошли? Я уже... Ну, друзья, я реально запутался. Мы идем, все. Блин, ну прикольно, сделано прикольно. Туда, получается, если мы спрыгиваем, тут у нас стена. Блин, ну что такое? Кругами хожу. Ребят. Реально путаница. Тут у нас вот эта стена. Она нас не пускает. Соответственно... Так. Почему мы вот это... А мы же снимали. А почему мы не можем? Это что за глюк? Короче, видели, да? Получается, вот эта дверь-то открыта, но я помню же, мы ее открывали. Сквозь нее просто чик. Так, что же нам надо разгадать? Куда нам надо пройти, пойти? Пойти и пройти. Мы идем на место, где вот мы бились, да? Мы вернулись сюда. Опять контрольная точка. Этот мутный. Так, что ж ты хочешь? Голоса такие. Офигеть. Классно, блин, сделано. Так, что надо сделать? Я не понимаю. Я реально не понимаю. Что нужно сделать? Ну, вот тут получается, что-то нужно сделать. Взаимодействия тут нет никакого. Так. И... Это мы куда пришли? Так, друзья, ну я не пойму. Опа, мы тут не были. Тебе когда-нибудь приходилось умирать? Это серьезный вопрос. Когда рушится представление о себе, то просто перестаешь быть. Хотя остальные этого не видят. Ты знаешь, что это так? Ты отчетливо ощущаешь в своем теле постороннего, самозванца, и больше ничто не будет прежним. Синуа уже умирала трижды и умрет снова. В этом можно не сомневаться. Нафиг у ее так?
Так. Тут вот что-то. Березки. Русская березка. Смотрите, какая. Ну реально же, а? Осень. Такая. Уже другие краски. Такая другая локация, атмосфера другая. Ну давайте смотреть. Идем дальше. Уверен, ждет. Блин, ну вот видите, заблудился там. Ну то есть вот эту хода не нашел сразу. И все. Я поэтому говорю, вот, ну, сделали бы карту какую-нибудь, я не знаю, мини. Так, чик, включил. Тут вот эти кнопки-то. Что-то ничего не задействует. Пауза это у нас. А тут и не задействует. Так, а давайте-ка мы не будем. Мы теперь знаем, как. И мы не будем. Мы будем на среднем играть, чтобы нам... Мы теперь знаем боевку. То есть... Непосредственно. Так, ну давайте вот здесь глянем. Что-то там такое красочное. Угу. Так. Опа! Привет, чувак. Люто. Вы поняли? И ничего... Вовремя включаешь. Появляется, когда руна. Кто, блин? Кто первый? Научились мы. Боевку мы поняли, да? С вами. И это дофига делов. Вот так вот. Контрольная точка. Врата не откроются. Она должна пройти второе испытание. Друт сказал, а, блин, ну быстро так. Очень быстро. Так. Давайте сосредоточимся. Что за знак? Вальравн. Прародитель вещинов. Властелин воронов. Он находит жертв при помощи иллюзии обмана, а потом пирует, пожирая их останки. Опа! Что это? А, иллюзии. Вот это вот иллюзии, да? Да чё, очередной? Иди по пути к Вальравну и срази его в бою, чтобы получить его знак. Без него врата в Хельхейм не открыть. Угу, прикольно. Ну, друзья, вот видите, как-то все казалось бы... Так, что у нас здесь? Опа, вот этот знак получается. А, и вот знак еще. Два знака, да? И что нам надо сделать? Нет, она как-то должна... Она у меня почему-то как-то их не... Я так понимаю, она же их должна срисовать, они у нее как бы вот... Я их должен видеть вот здесь, ну, перед собой, да?
то есть, ну, фон, будем так говорить, как сказать. Ну ладно. Так, тут что нам расскажут? Северяне говорят, что в самом начале не было ничего, кроме тьмы, жестокого холода на севере и палящего жара на юге. Они говорят, что лед наползал с севера, а когда приближался к жаркому югу, стал таять. Ну, блин, это... Сила тьмы вдохнула жизнь в тающий лед. Так родился первый великан. Ему было имя Ймир. А лед таял дальше, и сила тьмы дала ему жить. И стал лед коровой, чьим молоком стал кормиться великан. Нифига себе, вот это да. Да, коровой. Этого ты не ожидала? Нет, неправильно прочитал, это не вопрос. Это был утвердитель. Этого ты не ожидала. Так. Так. И значит... Мы, получается, с вами пришли... А откуда мы пришли? А фиг его знает, да? Ну ладно. Так. Контрольная точка у нас какая-то. Да. Игра не так вот. Ну, типа, знаете, вот я там есть у меня на канале. Там плейлист прохождения игры в Medium. Там она, ну там тоже психо-хоррор. Прикольная она, там интересно так сделано. Ну, кому интересно, вот посмотрите. То есть там полное прохождение. Там есть заморочки, там, ну, не так много. Тут же вот уже все так, такое, блин. Куда я вот иду? Путь к программе срывает иллюзия. Скрывает иллюзию. Не доверяй своим глазам. Найди другой путь, чтобы увидеть истину. Так. И что? Найди другой путь. Так, вот мост, да, какой-то? Ну, давайте будем. Что это? Это мост, дура. Толкай. Прикольно, дура. Почему дура? Это голоса, типа, да, у нее. У нее получилось. Так. И что? Это вот что? Мне проходить надо здесь? Смотри, что-то изменилось. Ты видишь, почему она видит? А, почему она не видит? Забавно. Мы все хотим заглянуть за завесу тайны, не правда ли? Но если нам это удастся, мы зажмуриваемся и притворяемся, будто ничего не видели. Так, ну, а что изменилось? Ну, я и не врубился вообще, я как бы, ну... Ну, какие-то, блин, кельтский орнамент какой-то, да? Угу, прикольно как. Типа на камне, блин, все это высечено, да, и вон на дереве. Так, ну это тут я поднимался же по этой лестнице. Что-то изменилось. А что? Ну-ка, здесь изменилось или... Что-то изменилось. Вот эти врата вот эти вот открылись, получается, что ли? Ну да. Опа, блин. Что-то изменилось. Прикольно. Так. Лестница. Пошли. Синуа не могла не видеть. Как ни старалась, как ни просила. Опа.
Такую цену она платит за то, что видит все по-другому. Ведь если долго смотреть в непроглядную тьму, то, что в ней таится, тоже увидит тебя. Так. Двери, двери, двери. Но эти двери вроде, блин, ну прикольно сделаны. Вот это вот типа на дереве все так. Опа. Что-то. Бум. Осторожно, сзади. Осторожно сзади. Опа, трое. Так вот, вот, ребят, на среднем, значит, вот боевка. Понимаете, вот когда понимаешь, северяне ее не оставят. Она найдет то, что ищет. То есть, когда понимаешь, в чем дело, да, ну, физику вот эту вот, ну, тогда понимаешь. Так, что у нас тут? Бум. Вот знак, да? Вот он. Силу иллюзии Вальравну дают вороны. Соедини воронов, чтобы разбить волшебную печать. Покажи мне, что ты видел, Друт. Оглядись вокруг, теперь все другое. Так, что другое? И что другое? Так, что делать? Так, какие-то... Что другое? Ну давай вернемся, допустим, посмотрим. Эти же ворота я толкнул. Так, а, типа там жертвенник, что ли? Что это? Значит, нам вот такую штуку надо найти, да, с вами? Чтобы разбить печать, соедини воронов со знаком Вальравна. Соедини воронов. Ну давай. Будем пробовать искать. Куда не знаю идти. Так, 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 так. Ну, а в чем же дело? Ну а что тут? Сейчас соединим. Так. Угу. Получается, возвращаемся, да? Тут у нас ничего. Что-то сдвинулось. Ты чувствуешь? Так. Так, я вот тут вот немного... Вот это что-то не просто так, да? Опа! А! Ха! Смотрите, что! Через нее смотрю... Стена! А так... Блин! Вот иллюзии, да, типа? Опа. Ты тоже чувствуешь, будто переход в другой мир. На вид такой же, но в нем все иначе. Мир обманщика, где глаза есть даже у леса. Ха-ха.
Так, а делать что надо? Еще врата. Ты знаешь, что делать? Еще врата. Ты знаешь, что делать? Да не знаю. Откуда же? Так. 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 Подожди, подожди, подожди. Это у нас получается... Так, мне надо как-то оттуда посмотреть. Оттуда посмотреть. Так, а как мне оттуда-то посмотреть? Что-то я ничего не понял. Так, врата, да? Какие-то врата. Так, туда я не могу идти, правильно? Правильно, там колье. Так, а, вот, вот этот знак, и мне надо соединить его. Так, вот врата, да? Вот эти получаются, что ли, врата? Да нет, не эти. Так, ну и что? Ну давай пробовать. А что ты тут? Вот. Так, интересно. Девки пляшут по 4 босиком. Так, не хочешь ты, да, открываться? Ладно. Так, там что-то. Так, ну а врата? Какие врата-то? Что-то я нифига не понял. Так, ну отсюда я зашел. Тут, значит, вошел, получается. Да, тут вот это все. Ну, сейчас давайте оглядимся. Очередная у нас задачка. Не задачка. Так. Тут она у нас ничего не хочет делать. Так, врата, да? Так, туда я подняться не могу. А как туда подняться? Врата. Ну вот, получается. Вон тот вот с этим черепом, блин. Так, ну мне в любом... Мне по-любому надо вот сюда вот. Прям по-любому. Какие врата? Ну тут только вот это я вижу. Вот это врата. А что, ну тут и не поменялось ничего. Ну да, ну а больше какие врата-то? Ну и что? Так, мне вот эти знаки надо соединить, да? Я ж правильно понимаю? Ну да. Так, те, значит, не открываются. Чё-то я... Чё-то как-то замудрено всё. Я нифига не понимаю. Я не понимаю, куда идти. Так, тут вот я был. Да, тут вот эта дверь, но она не открывается. Она ее толкает, она...
соответственно, тут тоже. А тут вот этот мост. А как на тебя забраться? Тут ты залезешь? Нет, тут ты не залезешь. Да, локация. Очередная задачка. Не задачка, замануха. Так, вот какое-то дерево, да? А что это за дерево? Так, под ним мы можем пробежать? Не можем. Это что тут? Тут вот тоже что-то, блин. Как-то что-то сделано. Найти никак, да? Мы не можем. Найти никак не можем. Так, пойдем, может быть. Значит, отсюда мы зашли. Ну, врата, какие врата? Так, ладно. А тут что за путь? Так. А это путь. Путь. Это мы просто вот открыли. Вот эту дверь. Вот и весь путь. Так. Ну, сейчас давайте немножечко вернемся. Глянем, если тут ничего. Ну, вряд ли тут, да, что-то будет. Я что-то не знаю. Ну, значит, в той локации надо что-то искать. Ну, блин. Ну, нет. Я думаю, смысла нет. Куда нафиг возвращаться? У нас там и контрольная точка прогресс был. Нет. Нет, значит, надо искать в той локации что-то. Ха. Ну, за это замануха, да? Очередная. Сенова, вот они тебя заморачивают. Просто. У меня вместе с тобой кукняк течет. Уже. Так, это вот мы поднялись просто, открыли, да, посмотрели через ворота, ну вот они, вот эти такие ворота, мы посмотрели, получается, и у нас открылось, ну а тут они нам эти ворота ничего не дают, вообще, вот мы смотрим. Или я еще что-то не прочитал? Где-то, может быть, тоже какой-то тотем. Не знаю. Так, ну я не вижу ничего. Ну вот они такие-то, правильно? И там же такие же ворота были. Абсолютно такие же. С черепами, со всякими.
Стена эта, но ничего не открывается, ничего не делается. Значит, надо бродить в этой локации, искать что-то. Так, чтобы разбить печать, соедини воронов со знаком Вальравна. Что он имеет в виду, соединить воронов? Где они? Так, а, мне, наверное, надо было вот это сначала сделать, да? То есть все... Блин, ну тут, видимо, все... Знаете, как пошагово, то есть сначала, то есть очередность есть определенная, хаотично выполнять нельзя. Так, взглянули. А чё, ну все равно ничего не меняется. Тс, ты слышишь? Песня Вальравна. Ты должна сосредоточиться, сосредоточься. Если услышишь песню Вальравна, следуй за ней, она приведет тебя к нему. Но берегись его обмана, не всегда можно верить своим глазам. Угу. Так. Ну иди. Ну что ты не идешь-то? Что-то я ничего не пойму. Опа, вот это ты глюканул. Я уже отпустил все. Песня, песня Вальравна. Сосредоточься, сосредоточься. Нет, все равно не открою. О! Ага, отвернулся уже. Так, ну тут вот и все, и она тише. Там прям явно так. Так, вот так, может быть, надо через них посмотреть. Песня Вальравна. Так, ну. Так, тихо. Вот они, ну вот, я их вижу, вот они, раз, два, три. Ну мне, получается, сюда надо как-то. Так что ли?
Нет, она в другую сторону. С той стороны надо. С той стороны сверху надо. Однозначно. Однозначно надо как-то забираться туда. Тут другого... Третьего не дано, короче. Соответственно... Вот эти врата. Опа! Вот оно. Вот оно, блин. Так, но это обман, да? А что значит это обман? Пошли. Бальран, сразись со мной. Он пропал. Куда он подевался? Ты потеряла его. Опа. Ага. Это не опа, вообще не опа. Вот он, получается, обман. Обманщик, блядь. Так. Фиг, да? Фиг. Там. Так, вот врата. Так, куда надо посмотреть через вас? Вот, смотри, открылось, да? Открылось. Путь какой-то. Блин, вот это замануха. Бля, прикольно, вообще прикольно сделали. Офигеть. Офигенно, блин. Опа! Вот он, походу. Иди сюда, черт. Буду тебя бить. Сразись со мной! Опа, ты снова его потерял. Какая же ты дура. Да нихера себе дура, ты чё, блядь? Сразись со мной. Опа, а так стена, да? Смотри. Она потерялась. Это не впервые. Прошлой зимой, перед тем, как случилась трагедия, она скиталась по диким местам родной земли, питаясь ягодами, корнями и зайцами. Так. Как видишь, нередкое явление. Мы зовем таких людей гельтами, дикарями. Некоторые, как друт, становятся гельтами в поиске искупления, а другие, как Синуа, в надежде освободиться от проклятия. Те, кто возвращается, никогда не будут прежними. Так, ты снова его потеряла. Какая же ты дура. Чё-то я не понял, тут же был сейчас проход. Так. Опа, вот проход какой. Вот где проход. Так, куда ты меня ведешь? Так, вот эту дверь мы сразу откроем. Вот она закрыта, получается. Я ее пихаю, а она не пихается. Так, тут у нас что, блин, сосредоточиться? Просто лестница. Просто лестница. Ты снова его потеряла. Какая же ты дура. Да задолбала ты, дура. Опа. Опять такая. Так, и... Оп. Так. А что это такое? Теперь она поможет поднять. Это, наверное, магия, ловушка. Магия Вальравна. Лестница появилась. Во, блин. Так, а вот лестница. А это что за лестница? Так, ну-ка. И вот лестница какая-то. Давай. Так, а дверь я же открывала. Что-то я не пойму, почему она закрыта. Что-то, ну тут... Так. Как мне сейчас туда-то вернуться?
Там же я открыл просто дверь, мне надо было. Оп, и стена, да? А все, что ли, типа? Ну, получается. Ладно, помчали. Обратно. Друзья, пишите, как вам такие игры. Такой интересный жанр, как по мне. Вот она, да, вот она лестница. Подняла. Ну вот я сейчас их соберу. Блин, ну прикольно. Нашли мы с вами, да? Так, вот и все. Бум. Готово. Так, друзья, ну, видео опять, коротких видео у нас не получается, потому что, ну, как бы это первое прохождение, а на видео снимаю только первое прохождение, но чтобы была интрига, иначе уже, я не знаю, неинтересно. Ну, поэтому, как бы вот, извиняйте, что долго, но зато и мне интересно. И для вас какие-то эмоции сохраняются. Когда мы представляем себе страх, то думаем о тенях, скользящих по лесу, о существах, являющихся в ночи. Если бы все было так просто. Какой-то мамонт, что ли? Худшие приходят без предупреждения. А первобытным импульс из глубины. Напоминание, если ты не видишь угрозу, это не значит, что ее нет. Блин, прикольно. Такой вот ветер, смотрите, все как колышет все. Это тогда, блин, 17-й год, я напоминаю. Что они сделают? А, она не может войти. Друд говорил, что всегда есть другой путь. Так, ребят, ну давайте на вот этой ноте закончим. Вот. И, ну, завтра будем продолжать, будем смотреть. Все, ребят, подписывайтесь на канал, поддерживайте лайки, комментарии. Всем спасибо, пока.